Сегодня около 5 часов утра в селе Енбек-Окольского района загорелся дом площадью 65 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники локализовали и полностью ликвидировали пожар в течение 2 часов. В ходе разбора завалов было обнаружено тело гражданина 1966 года рождения. Пожарные отмечают, что сообщение о чрезвычайной ситуации поступило слишком поздно. Это, в свою очередь, затрудняло контроль над пламенем. Учитывая это, сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям призывают к соблюдению правил пожарной безопасности. По улице Целинная, 53, произошло возгорание жилого дома. На место пожара незамедлительно были направлены 2 единицы пожарной техники, а также 7 человек личного состава. Ликвидация пожара произведена в 8 часов 18 минут. На месте пожара обнаружено тело мужчины,